Шиносервис на территории крытого рынка по адресу Курака 49/2 предоставляет новую сферу услуг. Промывка топливной системы американской фирмы BG. Мы рады вас видеть. Предстоящий соперник «Металлурга» – Иркутский «Байкал», команда, идущая на первом месте. Что скажете по предстоящему сопернику? Наверное, «Металлург» более чем настроенный выйдет на этот поединок. Ну, мы на все игры выходим настроены. Но по этой игре, конечно, у нас просто сейчас такая ситуация, что мы проиграли им в кубке, обидно очень, дома по пенальти. На выезде, на последних минутах получили гол. Поэтому у нас сейчас такие, можно сказать, реваншистские настроения присутствуют. Обидные два поражения. Естественно, хотим реабилитироваться перед болельщиками, перед собой. Так что настрой будет запредельный. То, что Иркутск сейчас идет в турнире без единого поражения, говорит ли это о том, что Байкал является явным фаворитом на Востоке? Мое мнение, нет. Это ни о чем не говорит. Команда хорошо построила игру в своей обороне, но о фаворитах говорить, я считаю, зона более-менее команд 5-6, они примерно где-то одинаковые, ну, 3-4 команды. Все зависит от того, как футболисты выходят, каждая команда на игру показывает, какой футбол. И из этого видно будет, кто как, где окажется на турнире таблицы. А фаворитов, я считаю, нет. К этому матчу «Металлург» готовился около 10 дней. На ваш взгляд, это лучше, чем 3-4 дня тренироваться, или все-таки хуже? Для меня лучше. Почему? Тренироваться люблю в усиленном режиме. Ну, естественно, мы провели тяжелые нагрузочные дни, очень хорошо плодотворно поработали. Естественно, это было очень тяжело футболистам, но мы это все преодолели, как бы, и сейчас находимся в хорошей форме. Это идет только на пользу нам. Игорь, если говорить о шансах команд в предстоящем матче, о шансах «Металлурга» и «Байкала» на победу, как считаете, можно ли выделить в предстоящем поединке явного фаворита, или, в принципе, команды имеют абсолютно равные шансы на успех? Я думаю, что равный шанс. Мы до этого две игры провели. В принципе, матчи были очень упорные. Особого преимущества ни у какой из команд не было. Поэтому я думаю, что и в этой игре будет такая же игра, тяжелая, с равными шансами на успех. Как думаете, какая тактика будет у «Металлурга» на этот матч и на что, может быть, будет делаться главный акцент новокузнечан в этом поединке? Я думаю, что будем стараться больше времени провести в атаке, потому что нам надо выигрывать. Поэтому думаю, что будет атакующая какая-то тактика. Наверное, потому что еще не проигрывала команда Иркутска, постараемся все-таки им первое поражение нанести. Поэтому будем атаковать. Вы с ребятами внутри команды вообще обсуждали то, как движется Иркутский «Байкал» по турнирной таблице? Как вы заметили, ни одного поражения у команды нет. Ну и, в принципе, пропускали-то они мячи в считанных числах игр. Ну, естественно, обсуждаем, что сейчас у них удачно все складывается. В принципе, идут уверенно, без поражений, пропускают очень мало. Поэтому, опять же, скажу, что предстоит тяжелый матч. Но мы в любом случае будем стараться победить. Как оцените функциональную готовность команды к матчу? Ну, сейчас вот как раз перерыв был такой. Тренировались в двухразовом режиме несколько дней. Поэтому функциональная команда нормально готова, я считаю.